Ребята, всем привет! Вы на канале для тех, кто любит рисовать, просто рисуем. И сегодня мы нарисуем клоуна из канала Влада А4. Ребята, досмотрите это видео до конца, и я расскажу вам все, что знаю об этом крутом персонаже. Клоун – это безумный человек в гриме клоуна, который хочет повеселиться с командой А4, а то и захватить их канал, став главным на нем. Он обладает недюжинной хитростью и безумием. Присутствие клоуна может вызывать помехи в камерах видеонаблюдения. Как правило, клоун лишь хочет поиграться с командой А4, но иногда он хочет захватить их канал, чтобы они снимали видео только про него. Даже предсказать его поведение задача не из простых, поскольку только случайность и удача могут помочь избежать его. Клоун воспринимает мир не так, как обычные люди. В одно время он веселый и дружелюбный, а в другое разгневанный маньячила. Также любое оскорбление по типу «ты псих» считает как комплимент и наоборот, что делает его менее восприимчивым к оскорблениям, если они не постоянные и грубые. Правда, он способен ответить равноценно или даже более грубо. Совокупность внешности и поведения способна легко запугивать людей, неоднократно сталкивающихся с разной нечистью, сбегавших из тюрем, проходивших страшные квесты, челленджи и так далее. Они все равно боятся его, пока он их не разозлит, ведь даже места и вещи, связанные с ним, пугают одним фактом возможного его присутствия. Клоун не только безумен, но и хитер. Он способен создавать различные ловушки, выслеживать свою жертву, обманывать, троллить и изобретать разные вещи. От коробок из разных материалов до пульта, способного ограниченно управлять временем. Даже похитить 4 человек несколько раз и запихнуть их в свои ящики, чтобы они толком не заметили, как там оказались. Одной из способностей клоуна является его незаметное перемещение. Он может буквально находиться рядом с человеком, и тот его не заметит, пока он сам того не пожелает. Его любимый прием – стоять за спиной человека, а потом пугать его. Он настолько скрытный, но осведомленный, что кажется, будто он постоянно рядом. Неизвестным способом клоун способен проникать в закрытые помещения, будь то машина или комната, тем самым пугая своих жертв, которые чувствовали себя в безопасности. Раскрыв секрет мотивированности Влада Бумаги и других ютуберов, клоун смог направить силу лайков и на себя, тем самым заряжаясь неугасаемой решимостью делать свои дела. Как и остальные, он часто напрямую общается со зрителями, переманивая их на свою сторону с помощью развлечения. Клоун необычайно богат. Он способен покупать целые особняки, заполненные кучей сладостей и игрушек. Также он способен создавать коробки из недешевых материалов, однако в одной из коробок упоминал, что не хватает денег. В распоряжении клоуна имеется множество различных материалов и инструментов на все случаи жизни. Имеются даже оружие, электронные инструменты и многие другие вещи. У клоуна есть особое устройство – стоп-пульт. Это устройство, которое клоун увидел в ролике Stop Challenge и, обидевшись на друзей, создал улучшенный пульт. У клоуна есть способность заморозить двух людей одновременно, из-за чего они не способны двигаться при всем своем желании, даже если он не способен больше стоять или испытывает боль. Дополнительная способность перематывать действия определенного человека задом и наперед. Жертвы пульта осознают все, что с ними происходит. У них сохраняется возможность разговаривать и видеть без возможности что-либо сделать. Ребята, очень надеюсь, что вам было интересно. Если да, то поставьте, пожалуйста, лайк и поделитесь этим видео с друзьями. Ребята, не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и нажмите на колокольчик, и вы будете первыми знать, когда выходят новые видео. Ребята, спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал и нажать на колокольчик. До новых встреч. Пока.